Уголь по 4000 сомов за тонну можно будет купить только по паспорту. Об этом сообщает госпредприятие Кыргызкөмүр. Также гражданам надо будет иметь регистрацию и адрес проживания. Уголь будет продаваться только по 2 тонны в одни руки. Топливо не будет продаваться для водителей грузовиков. Причиной тому стало то, что в последнее время посредники закупают уголь подешевле и потом продают гражданам по 5000 сомов, говорится в сообщении Кыргызкөмүр. Предприятии подчеркнули, что их главная цель – обеспечить дешевым углем действительно нуждающихся граждан.